Здравствуйте, друзья! Вы на канале Sale банкноты and Coins. Сегодня начинаю серию памятные монеты 2 злотых Польша, которые были выпущены Национальным банком Польши в период с 1995 по 2014 год. Вот первые 6 монет были 1995 года, чеканились из медно-никелевого сплава. Диаметр монет 29,5 мм, вес 10,8 грамма. Первая монета выпущена в память Катынской трагедии. Весной 1940 года сотрудниками НКВД СССР были расстреляны польские офицеры. Следующая монета — Сом серии «Животный мир». Тираж первой и второй монеты по 300 тысяч штук. В честь Катынской трагедии монета была выпущена 3 апреля 1995 года. Монета Сом была выпущена 12 июня 1995 года. Следующая монета — 75-летие Варшавского сражения. Тираж 300 тысяч, выпущена 11 августа. Исход Варшавской битвы привел к сохранению польской независимости. Королевский дворец в Лазенках. Тираж 287 300 штук. Серия «Замки и дворцы Польши». Небольшая камерная резиденция последнего польского короля Станислава Понятовского на искусственном острове в Лазенском парке Варшавы. Монета в честь столетия Олимпийским играм современности. Тираж 350 тысяч штук, дата выпуска 30 октября. Олимпийские игры в Атланте 96 года. Монета выпущена 15 ноября 95 года, тираж 300 тысяч штук. На этом пока все. Другие монеты польские, двузлотовые, всех годов, смотрите в следующих видео. Спасибо за внимание, до новых встреч!